Добрый день! Сегодня мы приготовим фаршированную щуку. Она весом 2473 грамма. Вот. Сейчас мы ее почистим аккуратно, чтобы не порвать кожицу. Отделим мясо от костей. Надо ее чистить очень аккуратно, чтобы мы не повредили кожицу. Она еще замороженная, так будет нам легче отделить мясо от кожуры. Приступаем. Thank you.
Сейчас я готовлю зажарку для нашего фарша из лука и морковки. Обжариваем. Одна большая луковица и две средние морковки. Обжариваем на растительном масле. Вот филе щуки. Мы его пропустим два раза через мясорубку. В этот фарш мы добавим 3 зубчика чеснока, сало. Я еще положу белый хлеб, одно яйцо и остывшую зажарку. Все мы это положим, засунем обратно вот в эту шкуру. И потом зашьем. Будем выпекать при 180 градусах, ну, 45-50 минут. Уже будем там смотреть. А в щуку в пасть я вставила 2 зубочистки, когда она будет запекаться, чтобы рот был открытый и красивый. Вот такая вот красивая красоточка. Ну вот, щука приготовилась. Готовилась час при 180 градусах.